И всем привет, с вами Маркус Фрост и Джеймс О'Коннор, и сегодня мы играем на Arbitrum Roleplay. Да-да, всем хеллоу. В общем... Ну давай, говори. Давай после. После меня ты уступаешь мне место? Да. Я чё, леди? Ну, можно так сказать. Слышь, можно так сказать, забаню тебя. Короче, пацаны, вот новый сервак Arbitrum Roleplay, акция для новичков. Здесь вот онлайн 60 игроков, 60 людей, в общем. Сервер сегодня только открылся, ну, в принципе, так, нормальненько. Вот Маркус встал на лидерку CNN, так что, если что, пацаны, он вас примет. Это РП проект, только тут вот бонус дается 3 ляма, это, в принципе... Ну, это для, знаешь, чтобы так долго не развиваться и не было такой скучной потасухи, как на всех серверах. Я думаю, в принципе, это нормально будет даже. О-о-о, это мой Инфернус. Вася, твой? Мой, я его купил. Смотри, я сейчас сажусь с него. Вася, да, контамится. Его разбили. Вася, садись. Погоди, какой садись? Ну, в общем, что сказать о проекте. Администрация отзывчивая, добрая. Всегда отвечает вам на репорт, то есть хелпера присутствуют, активная, скажу, администрация, ну, что-то может на сервере и не хватать, сервер только открылся, естественно, тут много каких-то различных багов в интерьерах, где-то может что-то недоделки, недоработки какие-то, ну, в общем... Один плюс, знаешь какой, то, что не лагает ничего, вот ну, мы да, с тобой едем, вот, и я еду с тобой ровно. Это... Тоже, да, большой сам все плюс это автошкола, это у нас, брат. Да, поехали, я куплю себе одежду. В общем, что еще сказать могу. Дома здесь недорогие, в принципе, интерьеры, я не знаю, только в двух домах видел один тот же интерьер, в общем. Подожди, вон же, по-моему, одежда. Так а вот, нету здесь. На этом. А, да? На рубашечку. Там рубашка есть? А, рубашка, ох ты, лол. Это, походу, какие-то... украшения. А, да, это кепочки такое вот. Очки, О, да, смотри, очки можно. Здесь, купить. Кстати, две машины можно иметь. Две машины? Да, в гараже. Ого! А, это обычная мне показала. Так, а как убрать? Кого, Вась? Ну, поставить новую шапку. Слушай, я не знаю. Ну, в общем, пацаны, тут такая вот системка, что можно самому. Ой, не в ту сторону кручу. И опять не в ту. О, лол. Вась, как выйти, вот, выход. Альт. Нет, в принципе, ля, здесь и прикольно сделано то, что показывают, какие здесь маски, шляпочки есть. Ты можешь себе так подойти, оп, выбрал шляпку. Короче, я не знаю, как это все сделать, а как ее эксит. Ясно. В общем, пацаны, если вам вот глянь, какой там выбор... Только ну вот да, если я про это говорю. Номера, вот правда, что он в номерах проблемка, то что, ну, ты понял, да? Что именно? Ты попытался там что-то купить? Не, ты чё? Садись, поехали. Да, ты чё гонишь? Смотри, какая у меня корыта. Поехали там дальше в магазин одежды. В общем, мэрия, ну, насчет мэрии не знаю, стандартные, нестандартные, а одежды там нету, я скажу больше. Или есть, не знаю. Есть одежда? Да. А, да. В общем, насчет мэрии, да. Мэрия, в общем, по-моему, ну, как бы переделанная, малек, автовокзал тоже переделанный. Но если заняться маппингом сервера, то можно и, в принципе, хороший маппинг на сервере проделать. Кстати, сегодня старт в онлайн был плюс 160. Да хорошо, смотри, скины вообще недорогие. А, вот, было 1000, а сейчас уже сразу 50 пошли. Ну, у тебя, слышь, 3 ляма. Ну да. Мне, в принципе, как-то... Я хочу, знаешь, выбрать себе именно такого пацана, которого я буду играть роль. Вот можно Ниги, в принципе, выбрать. Оу! Оу, Вася! У меня просто моделька стоит. Дон. 700к стоит вот такой вот скин, пацаны. Ну, в принципе, это клёво. Лос-Анджелес, маечка на мне. Это клёво. Так и на машину не ставит. Так, вот так. Ну как бы здесь, знаете, для развития в принципе сойдет. Как бы себе скин приобрести, дом и недорогую машину, это уж точно вам хватит. Ну да. Кстати, еще тут 100 донат
100 доната дается сразу, и на него вы можете купить верты себе или что-нибудь такое. Вот автошкола у нас такая, вылазим, погнали. Вась, пошли через задний вход. Ну, здесь? Мой, а? Вот да. Это? Нормально. О, Вась, бля, прикольно, да? Слушай, я такой нигде еще не видел. Так, становимся в очередь. Вась, туалет есть. Это Intas Diamond, я скажу тебе. Только там двери не такие, а... Ой, да ладно тебе к инте придираться, какая есть инта, такая есть. А смотри, тут вроде бы надо сдавать. Да, вот видишь, здесь очередь, выберите наземный транспорт, автошколу, далее. Да, сейчас мы будем проходить долго эту всю фигню. Отлично, все, будем ждать этого. Со скольки лет можно водить права? С 19. Получить. Не, с 18. С 12. Со скольки ты выбрал? У меня не было этого вопроса. Окей, я с 18, ништяк. Эй, Вась, я тут вторым стоял. Конечно, я сошел сразу. Лисий, а ну лисий, давай в щель сюда. Блин, давай, короче, у него сразу все купим, чтоб не мараться. Так, вот моя очередь. Так, у меня добрый день. Можете принять у меня экзамен на практике? Чё, ну вот, в принципе, спасибо, Диего Моретти. В принципе, отзывчивые, я вот смотрю, пацаны тут. Все помогают что-то. Давай потом, куда мы сейчас отправимся, слышишь? Так, давай, наверное, за покупкой IT дома и за покупкой автомобиля. И посмотрим, какие тут уникальные есть места. Ну, это давай уже в следующей серии посмотрим. Самому просто интересно. Так, сразу обо всем не надо. А... Ну, короче, ты понял. Ну да. Я бы хотел бы, знаешь, куда пойти? В гетто. Вот именно копты такое. Скиллы качать. Убивать. Ну, в общем, тащить на коптах. На изи. Быть на изи. What? Вася, ты чё? Я тебе только семечку дал. Тебя уже распёрло так, как будто ты, не знаю, выпил буханку, блядь. Сука, водяры. Ты буханку? Буханку, водяры, что? Это единственное, что мне пришло в голову. Короче, мы встретимся где-то возле дома и возле автосалона и вот. Меня сегодня с солнечным ударом ёбнуло. Спасибо за важную информацию. Вот такой вот тут клёвый спидометр. В принципе, да, чётенько. Как выбитый кусок экрана, и в нём показывается уже скорость и фигня. Так, короче, я хочу купить себе дом в гетто. Кстати, пацаны, где вы живете? Дань, ты где? Ну, я это, знаешь, где в Делиморе, там, короче, есть типа гора такая. Вот. Делимор, может? Ну, в Делиморе, говорю. А ты зонт. Кстати, с нами еще зонт, я забыл его представить, он как-то без микрофона с нами сидит. Ну я, если что, вообще. Где ты живешь? Зонт. Так, все дома куплены. По-любому с. А, этот даже не продается, поставился так всегда. Так, зонт, короче, у нас бомж, он нигде не живет. Моя инфа стоит 100%. Воу! Это чё за... Блин! Честно, я этого даже сам еще не видел. А, кстати, здесь говорили, что будут же заменены эти дома. Ну, это примерно как на Аризоне квартиры, только здесь это немножко по-другому. Так, я хотел... Да, в объявлении.
Ой-ой, сейчас мы тут разломаем все гетто. Надо, короче, найти какое-то место. Так, слышь, мы РП, пацаны, так что надо гасать по РП. Только не останавливаться на свет. А вот дом какой-то есть. Гетто. Гетто, ты. Ля, со столиком, короче, так я покупаю этот дом, пацаны. Будем сейчас отмечать новоселье, вот, кстати, в баре, и можно поехать за тачкой и уже кататься на автомобиле. Дом стоит 1,5 ляма, братик. А у меня сколько? Приобрести. Люкс. Воу, пацаны, заходим в дом. Такой дом офигенный. Офигенный. В принципе, вот эти деньги, которые даются бонусные, типа, они сразу же у вас уйдут на все. Да, в принципе, хорошо, плохо. Не знаю. Гля, клевый дом, кстати. Я такого дома еще не видел. Может, где-то и видел, но я забыл. Я склерозник немного. Ну, в принципе, дом клевый. Вы можете зайти? Сейчас, секундочку. Так, H-меню. Ой. А теперь смотри по H-меню и там купи гараж. H-меню. Открыт в гео. Номер дома, аптечки, не имеется, сейф. А как изменить все... Открыть за... короче... А все, я открыл, пацаны, дом заходите. Изменить, сейчас, продать, ремонт. Ремонт? Вещи в гараже. Домашний сейф, покупка улучшений. Сейф. 100 тысяч. Вы успешно приобрели сейф, спасибо. Покупка улучшений. Гараж. 300 тысяч. Все, у меня вот прокачанный дом. Так, перекраска. Перекраска домашнего автомобиля. Вещи в гараже, да. Установка деталей на автомобиль, ремонт, продать дом государству. Так, классный. Отмена. Бля, классный домик. Кстати, ты, у меня ты, тоже ты? Люкс. У меня тоже люкс, у меня такой же интерьер. Значит, походу везде день, не знаю. Ну, клёво. Ну, как бы, знаешь, интерьеры здесь не играют роли. Ну, в принципе, мне дом-то нравится, тут уютно. А, я бомж. Да ну и чё, всем пофиг. Так, у меня 400 штук осталось, мне хватит-то. А, это здесь, кстати, можно сделать смену пола. Ну, мне это не нужно. Это ты, может, там, какой-то неадекватный парень. Я, кстати, уже не уверен, что ты парень. Так, выходим. Сука. А, при выходе, короче, на альт, на выходе. Я в гараж зашел. Зачем? Выходи, там мои детали стоят. Так, подожди. Ща, украду чего-нибудь. Я тебя потом украду, сейчас вызову. Так, Вась, я выйти не могу. Ну все, значит, до свидания. Выходи, а, давай. А, Вась, я вышел. Там, короче, Вась, я у себя дома вышел. У себя? Да. Вот по первый баг. Если кто-то... Давай, заходи, Марк, садись. Вась, давай, едь ко мне. Садись рядом со мной. А мне хватит, смотри, 400 тысяч на машину? Вполне. Вот, пацаны, короче, вот банк. Вроде бы это он. Вообще тут всегда отель стоит, но что-то здесь банк. Так, банковские услуги. Во-во, а чё это такое? Чё ты выбирал? Вася, я сам не знаю. Давай первое. Баланс вашего счета, выберите нужную вам сумму. Сколько машин? Так, ну, пусть будет 500 косарей положу. 500. Лям, у вас... What? Нет, столько... А, вот. Put money, это положить деньги. 500. Окей, я 1000 положил. Джет, а это за дом? Нет, денег за ваш дом. А, вы положить деньги за бизнес? Вот, короче, все понятно. Это снять деньги, первый доллар, второй положить, это... Второе, так, снять а деньги третье... с дома. Ага, это снять деньги money с дома, а это... Put in biz, а это положить на бизнес. Все, ясно. Ну что, пошли, теперь поедем. Ты куда поедешь, со мной или как? Я еду в автосалон. Вась, за мою машину борются. Пусть вот борются. Все, брат, ты потерял машину. Так, Вась, моя машина. Бля, слышишь, что творит? Чё ты творишь-то, Васёк? Вась, прости. Хватит меня называть Вась. Администратор заправил весь транспорт. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, отправляемся в автосалон и покупаем рыбу моей мечты и платим за дом на 14 дней. Да? Mm-hmm. Блин, знаешь, что мы так сегодня делали офигенно? Mm-hmm. Короче, вот есть тут отель в городе у нас. И
там типа, ну короче, его начали строить, так и не достроили, а мы туда поднялись, там весь день почти играли, короче. Я не знаю, как у вас эта игра называется, типа, ну, зомбаки или что-то типа, может, такого. Короче, два друга, ну, вообще, два моих друга, у нас было шестеро, пять пацанов и одна девушка. И, короче, мы были на вот этой... Блять, этого дебила вылетел скайп, отлично. Короче, пацаны, куда-то делся Даня, у него, наверное, что-то с нетом, но я думаю, можно и без него, да, записать. Так, вот. Ой. Не тот автомобиль. И выбираем тот цвет, который был такой вот. Типа... серый, но не совсем. Вот, вот, вот он был. И черная крыша, да. Бай. В первый гараж. Отлично, парни, я купил машину. Так, домашний счет оплатить. Домашний счет... на 17 дней. На 14 дней, точнее. Так. Все. Едем к дому. Зайдем сейчас в гараж, посмотрим, что тут да как. Тут две машины, кстати, можно покупать. У меня осталось 400 штук. Вау! Только не это! Ладно, сейчас попытаемся воспользоваться багом, который здесь есть. Еще... сам, кстати, проверю, работает он, ну, реально этот баг, или просто Данька там поджал себе что-нибудь, какой-то чит. Так, заходим. Кстати, пацаны, если вы хотите в CNN, то идите к Даньке. Данька дурачок, он вас всех примет. Хоть бы можно было зайти в ход. Ох, блин, чувак, зачем ты закрывать... зачем закрывать дом? Я не понимаю, ну, что там можно украсть? Просто в сейф ничего не ложить, будет все чики-пики. Так, ладно, да я уже встречусь тогда с вами. А не, в принципе, я не буду с вами встречаться. Не в том смысле, ну, короче, блин. Надо собраться с мыслями, я не знаю, как это правильно сформулировать это, блин, выражение. Короче, надо найти открытый дом, спуститься в гараж и... в общем, проверить этот баг с гаражом. Да, вот так. Так, и, кстати, на 14 дней стоит 100 косарей. Довольно-таки дороговато. Гляньте, вот сервер только открылся сегодня. Уже тут все дома куплены. Все куплено. Так, попробуем в этот зайти. Look at. Понятно. Пройдем в следующий. Ну, какой должен быть? А, вот и Данька. Зачем? Чтобы багом попасть к себе в дом. Проверить его, как бы, чекнуть этот баг и попасть к себе. Вход. Все закрыты, вот, ну, никто просто не открывает дома. Кстати, здесь лог домашняя авто, то есть отельная и фракционная. В смысле, можно закрыть фракционную тачку? Да. Хо. Типа лог 1, 2, 3. Да глянь, все закрыты. Что это так? А, блин, нет, так не получится. Я хотел, понял, в некупленный дом еще. Все, смотри, все закрыты. Никто вот не любит. Они при самом начале закрыты. Почекай, покупаешь. Так. Короче, ладно, встретимся, пацаны, в доме. Не получается у нас проверить этот баг. О, ребят, ну для начала надо затариться пушками, чтобы выглядеть опасным нигером, надо быть им. Король, блядь, я не знаю, как это правильно сказать. Так, Дигл, 15100 патронов, отлично. А, я понял, в этом... в тире нельзя пользоваться оружием. И здесь нельзя, ладно. Попробуем в гетто проверить, есть ли у меня скиллы. Скорее всего, что есть. Нету у тебя. А как их, где их взять-то? Купить. Либо в стенку стрелять тупо. А, ну я понял. Здесь прокачка скилла в стену. Да? Так, ну короче, все. Я опасен и... да, в принципе, чё? Встретим. Вась, а я еще не был в этом. Хватит меня Васей называть. Тебя Вася зовут, а ты меня называешь. Я админов Васей Мич называю. Да ну так есть.
Если так, есть, подхожу к админу, слышь, Вась. Слышь, Вась, семок дай. Или, блядь, выбью. В ебу в ухо выпадут зубы. Извиняюсь за мат, пацаны. Я обещал, кстати, что меньше буду материться, но иногда эта фигня вырывается сама, и я ничего не могу поделать. Это фраза, чувак, это фраза. Это такие, бля... Ой. Это такие, блин, слова. Так, попробуем в гетто. Да, нет у меня скилла. Вход. Вход, вход, вход. Так, гараж. Воу! Погоди, сейчас... Воу! Блять, я нечаянно вышел из дома. Гараж. Воу, ну, погоди. Вот когда заходишь в новый интерьер, то оно как бы останавливает немного. Воу, ну... Яша, мы... Блин, а ты и ты офигеваешь. Гитарки! Блин, я бы взял бы... Вот тут такая вот есть третья вот эта вот. Я бы ее бы взял. Ты играешь на гитаре, Дань? Да я так пробовал, мне не получается. Ага. Не у всех получается. Смотри, телевизор, введите ТВ, чтобы начать просмотр. Вот это поворот! Давай проверим ТВ. Две волны тут, кажется, есть. Ля, онлайн, слышишь еще, ля? Уже полдень с ночи онлайн все держится 60. Смотри, тут можно, короче, наблюдать за мэрией со своего дома, что где творится. Это я знаю. Для выхода из просмотра телевизора возьмите пульт, нажмите ТВ и выключить. Я понял. Вот так вот, блин, я как... Я переоделся обратно в... Аж слов нету, да? Ну да, это клево. Я переоделся, кстати, обратно в рабочую нашу одежду. А где моя машинка? Как ее фикс? Фикс-кар тебе предложит выбрать два автомобиля. Кстати, два автомобиля очень хорошо, скажу. Выберите транспортное средство Majestic. Вот, кстати, вот, слышь, кстати, я тебе скажу, на многих есть серверах два автомобиля. Это вот что-то над тем, что тут тебе, например, нравится один автомобиль, и ты хочешь себе второй, тебе он тоже нравится. Ну да. Ведь есть такая возможность купить его просто. Смотри, а как открыть лог? Домашнее авто, ой. Ну, а я тебе говорил про это, да? Залог? Да. Да? Так, для того, чтобы выехать, давайте проверим, как это работает. Вот так. И вот я появился сразу возле дома, довольно-таки прикольно. Что, пацаны, это был Арбитум Ролеплей. Со мной был Маркус Фрост, Зонд и я, собственно, персоной. IP этого сервера, группа, форум, все будет находиться в описании. Ну, короче... Вот так. В общем, всем пока, удачи. Если вам... Конечно, это мы первое видео снимали уже ночью, так что тут полный будет бред. Уже завтра будем снимать более аккуратнее, красивее и лучше. Хочешь, я тебе скажу один прикол? Я еще не спал со вчерашнего дня. Серьезно. Короче, в общем, с вами был Джеймс, Маркус Фрост, я это уже говорил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и... Всем Adios, пока. Adios, amigos. Да какой пока, блядь. Пока это в старости. Надо говорить по-новому. Adios, amigos.